Вместе с юными талантами поднимают настроение публики знаменитые артисты театра и эстрады. Известный юморист Александр Морозов веселит зрителей своими шутками. А Михаил Гребенщиков представляет новую версию гимна фестиваля «Лети, лепесток». В ближайшем будущем он планирует создать ремиксы еще 15 орляцких песен. Когда я узнаю, что меня приглашают в «Орленок», сердце начинает биться, сразу начинает пахнуть морем и хорошим настроением. Я всегда рад возвращаться в «Орленок», привозить новые песни. Попадая в «Орленок», это как попасть в какое-то пространство позитива, где дети развиваются с разных сторон. Но мне очень нравится здесь бывать, потому что здесь, я не побоюсь этого слова, наше будущее. Замечательные дети, безумно талантливые. Какое счастье, что мы есть у них, а не у нас. И я очень хочу, чтобы вот это наше интервью услышало как можно больше детей. И если они приедут в «Орленок», они узнают, где цветет самый замечательный цветок в мире и где самый замечательный фестиваль. Поверьте, это здесь. Через юг, возвращайся с делом круг.